Мне кажется, технология повлияет в общем итоге в худшую сторону. Что бы человек вообще делал, если бы ему не нужно было бы делать хоть что-то? Если бы у него не было никакой вообще нужды, что бы он делал? Кем бы он стал вообще? Все наши друзья музыканты, все наше окружение сформировано в этой волне, в которой не было выхода в реальный мир. Она существовала только как интернет-культура. Просто ее перенесли в реальный мир. Всем нравится ходить на пати, потому что это соединение всех чувств одновременно. Это коммуна, которая не представлялась быть реальной еще некоторое время назад и случайным образом образовалась на подмосковной территории. Кира с Витей решили поселить сюда всех наших друзей для того, чтобы они коллаборировали. Вот, в основном музыканты, графические дизайнеры, режиссеры, переводчики, сценаристы. В общем, куча-куча людей. Я из Владивостока. Это Дальний Восток. В общем, край света. Переехал в Москву из-за друзей. Но они сами меня нашли, им понравилась моя музыка. Они меня пригласили сюда. Здесь рождается какая-то другая общность между людьми. Мне кажется, мы находимся на суде все, и нас судят. Тот, кто считает, что его должны судить, того и будут судить. Мы находимся в важном для нас месте, где все началось. Здесь была студия в 2004 году, здесь начался лейбл. Это Печатников переулок, Тихий Московский дворик. Мы изначально были в интернете. В принципе, как раз физическое пространство не дает тебе такой свободы. Есть какая-то локальная тусовочка, а для того, чтобы связаться с людьми по всему миру, мы все подключились к быстрому интернету. Поэтому и к медленному. Наша социальная сеть — это SoulSeek, и наше пространство... На самом деле он был медленный изначально, и мы все очень долго качали альбомы, то есть один альбом можно было качать всю ночь, например. И в это время параллельно общались и знакомились друг с другом по интересам. И так вот мы повстречались. Мы знакомы со времен DLAP'а, да, еще. Как-то все настолько взаимосвязано. В мире все мои события из детства, все мои какие-то случайные вбросы различной информации, все это говорит о какой-то причастности, какой-то бесконечности, которая вот из ниоткуда в никуда. И единственное, что я прячу под маской, это свое эго, свою личность. Я скрываю лицо под маской, в том числе и потому, что с популяризацией интернета, с его открытостью, у людей подсознательно возникает вот это стремление к анонимности. Ну,
программа не ограничивает твои возможности ни в коем случае. Потолки сами тебя строят люди. Я бы сказал, что я следую своей мечте. Это такое внутреннее спокойствие, это определенная гармония. Это счастье. Занимаемся музлишком в России. Это, конечно, нелегко, но постепенно все более-менее развивается. Это не может не радовать. Взять и размножить наценником грош. Если матрица схожа, пасу за прохожими. Знаю вас всех, как облуплены. В тачке прокурены, в стиле проскурены. Делаю хронику, мой дом, улица. Мой сын скроется, как папа крутится. Это все придумал я. Существует ли пак, существую ли я. Существует рейргаз, существует игра. Да, я знаю. Мы еще живем в такое время, мы можем все это делать сейчас и, типа, мы можем это делать сейчас без лейблов и получать фидбэк не меньше. Интернет для меня — это единственный способ давать людям мою музыку. Как от этого можно отказаться? Ну, типа, никак. Люди, которых находит эта музыка, они настолько заперты в этом интернете, что все свои суждения, которые они принимают через эту музыку, они смотрят на них через призму интернета, а не через призму своей собственной жизни, своего опыта, потому что интернет заменил эту жизнь и этот опыт. И это страшно. Сейчас люди стали свободнее. Есть интернет, и информация ее много, и она в достатке, и пользуются. Из-за этого, типа, даже какие-то молодые все чуваки, они гораздо умнее и прошаристее. Может, они чего-то не понимают, но тот уровень знаний изначально, который у них есть, в том возрасте, в котором они пребывают, он заранее больше уже. Возможно, они менее приспособлены к обычной жизни, вне интернета и вне социума даже. Игроков на российской сцене, сосредоточенные на выгоде от своей музыки, ставя личные цели выше создания рейерного стильного продукта. Это не про нас. YungRussia — это мои друзья. Нас объединяет далеко не только музыка. Нам нужно одно единое планетарное государство. Вот тогда начнется веселье самое. А так пока это баловство все.